Итак, столовая номер один. Интересно, что здесь сейчас по ценникам. Люди как минимум сидят, едят. И мы смотрим. Хлеб белый 4 рубля штучка, лимонад, клюква, как кадачай, все по 35 рублей. Вишни и сухофрукты есть. Пирожные, он разнообразный, по 120 рублей есть. Помидоры со сметаной 60 рублей, салат из свежей капусты 60 рублей, там прям ее много. Свекла с майонезом кончилась. Огурцы по-корейски 65, окрошка 90 рублей. Оливье 95 предлагает, греческий за 130, цезарь с курицей 160 рублей, снежный краб за 100 рублей, сметана, майонез, горчица, все по 30 рублей. Уф, тут что-то первые блюда, а нет, просто дальше раздача идет. Супы, борщ 75, солянка 120, суп, лапша 85 рублей. Вот так вот они выглядят. Лосось 270, форель радужная 140, это все за 100 грамм. Ребра свиные под бикью 110 рублей, корочок запеченный 82 рубля 100 грамм, отбивная из курицы 110 рублей 100 грамм, плов из индейки 150 рублей 200 грамм, отбивная из свинины 120 рублей 100 грамм, индейка рубленная с маслом 110, котлета из курицы за 88 и котлета домашняя 93, тефтели по 120 рублей. Гарнирчики разнообразные здесь. Рис 55 рублей 130 грамм, макароны 55 рублей 130 грамм, гречки 55 рублей 130 грамм, пюре 55 рублей 150 грамм, картофель по-деревенски 60 рублей 130 грамм, грибы печеные 8 рублей 100 грамм. Заведение большущее, пользуется популярностью неизменной, так что если вы здесь отдыхали, пишите нам об этом непременно.